Мир как огромный магазин, где все покупается и продается, где спрос диктует предложение, видят молодые художники, авторы выставки в галерее «Шестой этаж». На экспозиции представлены 90 работ. Графические листы, текстильные кроки, готовые предметы интерьера, панно и декоративные подушки. Все объединяет мастерство исполнения и ощущение легкости от работ. К сожалению, у общества отношение ко всему потребительское, и все в этом мире считается, что можно продать и купить. Но дело в том, что качество и предназначение товаров на полках разные. То есть это может быть ширпотреб и какие-то авторские изделия, сделанные там с любовью и с особой мыслью. Здесь только работы с особой мыслью. Авторы выставки – 6 девушек, студенток кафедры текстильного дизайна. Работы – итог творчества за 5 лет обучения в университете. Ксения Львова свою работу «Безумное чаепитие» выполнила на укрывном материале для теплиц с элементами коллажа, аппликации и вышивки. Девушка рассказывает, ее вдохновила сказка «Алиса в Зазеркалье». Это арт-объект для помещения. Я хотела сделать для детской комнаты панно в смешанной технике, необычное, чтобы было не похоже на те, которые были сделаны ранее в стандартных каких-то изображениях. Люди должны уйти с каким-то внутренним восторгом. Ну, я надеюсь, они прочувствовали то отношение, с которым мы делали эти работы, и должна остаться радость на душе. В каждой работе намек или прямое упоминание о брендах города. На панно и картинах много веселых и грустных невест, текстильных фабрик и природы. И много голубей, неофициального символа города. Здесь очень много предметов, которые действительно сразу видно, что их сделали молодые люди для молодых людей. И как бы и ощущения-то они передают такой вот очень молодости, радости, иногда даже наивности. Но как бы вот именно такой молодежной тусовки, как мы сегодня говорим, которая как бы предпочитает вещи, ну, какого-то особого стиля и типа. То есть вот они, конечно, во многом воплощают этот молодежный стиль, как бы декларируют, что Иваново – это город молодежи. Как и в любом супермаркете, выставленные работы можно купить. Только заранее нужно договориться с авторами. Девушки рассказывают, вещь, сделанную с любовью, отдадут только в хорошие руки. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.